Как мы уже информировали, накануне президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с рабочим визитом посетил Туркменистан. Хронология событий в материале нашей программы. Узбекские и туркменские народы связаны не только глубокими историческими корнями, а крепкой дружбой, проверенной многими испытаниями. В последние годы, благодаря открытому, доверительному диалогу лидеров двух стран, налицо дух новой дипломатии. Яркими символами дружбы двух государств в Ташкенте стали мемориал Махтумкули и одноименная улица, парк Ашхабад. А в столице Туркменистана свидетельством особой близости и братства является улица имени Алишера Наваи. В наших странах созданы все условия для узбекской и туркменской диаспор. Открыты школы, в которых идет обучение на обоих языках. Вещают СМИ. Важно отметить, что встреча руководителей двух стран в подобном формате прошла впервые. Приглашение Гурбангулы Бердымухамедовым президенту Узбекистана Шавката Мирзиёева на памятные мероприятия, проводимые в дни священного Рамадана в Туркменистане, это свидетельство глубокого уважения соседней страны, туркменского народа, к Узбекистану. В этот день президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с рабочим визитом прибыл в Туркменистан. В международном аэропорту Ашхабада главу нашего государства встретил заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов. В городе Ашхабаде состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В начале беседы глава нашего государства от имени народа Узбекистана и от себя лично еще раз выразил лидеру Туркменистана глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни его отца Меликгули Бердымухамедова. Отмечалось, что Меликгули Бердымухамедов был верным сыном туркменского народа и истинным патриотом, внесшим огромный вклад в процветание своей страны. Президент Туркменистана, поблагодарив за соболезнование, подчеркнул, что высоко ценит и дорожит тем, что братский узбекский народ и его лидер разделяют с ним горечь утраты в эти трудные дни. В ходе состоявшихся переговоров президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили актуальные вопросы двухсторонней повестки и регионального взаимодействия. Лидер Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с избранием председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, что стало ярким свидетельством твердой поддержки народом Туркменистана проводимой политики, направленной на процветание страны. С удовлетворением отмечено, что несмотря на сложный период пандемии, обеспечивается позитивная динамика развития узбекско-туркменских отношений на всех уровнях. Благодаря совместным усилиям за последние годы товарооборот вырос более чем в 3 раза, достигнув по итогам прошлого года 530 миллионов долларов. Создано свыше 150 совместных предприятий. Вместе с тем обращено внимание на необходимость более полного использования имеющегося потенциала в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, прежде всего в транспорте, энергетике, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, сельском и водном хозяйстве. Выражена готовность и далее совместно продвигать Ашхабадское соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора, а также обеспечить эффективную загрузку мультимодального маршрута Китай-Центральная Азия-Южный Кавказ-Турция и продолжить взаимодействие по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. В ходе переговоров вновь подчеркнута актуальность расширения и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества, являющегося важнейшим фактором сближения наших народов. Президент Узбекистана выразил главе Туркменистана особую признательность за его инициативу о создании в Ашхабаде парка Ташкент, который станет еще одним ярким символом братских отношений между нашими странами. Для наращивания взаимодействия и поиска новых точек роста принято решение о проведении в ближайшее время в Ташкенте очередного заседания Узбекско-Туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В завершении встречи лидеры Узбекистана и Туркменистана подтвердили свою приверженность последовательному углублению стратегического партнерства на основе принципов взаимного доверия и уважения, что послужит дальнейшему укреплению многовековых уз дружбы и добрососедства народов наших стран. И еще один символичный момент. Президент Шавкат Мирзиёев передал в дар президенту Гурбангулы Бердымухамедову первый экземпляр книги «Духовный мир туркмен», которую недавно издали в нашей стране на узбекском языке.
На работу над ней, уверен лидер Узбекистана, вдохновляли высокие нравственные качества туркменского народа, в том числе и отца президента Туркменистана, такие как мужество, доброта, честность, справедливость. Эти качества он передал своим сыновьям и дочерям. Затем президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили комплекс Туркменбаши Рухы. Мавзолеи первого президента Туркменистана лидеры почтили память Сапармурата Ниязова. Были прочитаны суры из Корана. В мечети Туркменбаши Рухы состоялось поминальное мероприятие в память об отце лидера Туркменистана Меликгулы Бердымухамедове. Kalomining tilovatidan hosil bo'lgan savob-samaralarni xossatan Turkmaniston prezidentlarining otai mehribonlari, qiblagohlari Berdimuhammad o'g'li Malikuli otaning ruhlariga yetkazib, ruhlarini o'zing shod qilib, qabrlarini nurlarga to'ldirib, munavvar aylagin. Ikkala mamlakat xalqi tinch osoyishta hayot qilishlarini o'zing nasib ro'za aylagin. Bordi keldilarni bundan ham aloqalarini mustahkam qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin. Затем главы государств приняли участие в ифтаре. В поминальном ужине участвовали также муфтии двух стран, старейшины и религиозные деятели. Глава нашего государства от себя и от имени народа Узбекистана выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Меликгулы Бердымухамедова. Отметил образцовую жизнь, плодотворную деятельность и добрые дела покойного. Узбекские и туркменские народы издревле поддерживают друг друга, живут в дружбе и согласии. Это подтверждают и бессмертные строки великого мыслителя Махтумкулы. Знаете, два рода есть у фираги – туркмены и узбеки. Сегодняшнее поминальное мероприятие является очередным практическим воплощением этой многовековой дружбы и братских уз, сказал президент Шавкат Мирзиёев. В мероприятии также приняли участие члены узбекской диаспоры. Представители двух народов за одним дастарханом произнесли дуо со светлыми пожеланиями. В ходе своего визита в Туркменистан после ифтара глава нашего государства встретился со старейшинами. На этом рабочий визит президента Шавката Мирзиёева завершился. В международном аэропорту Ашхабада главу нашего государства проводил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В этот же день руководитель нашей страны вернулся в Ташкент.